На конкурс дети читают стихи. Филипенко Анна, школа номер 22 города Севастополя, 2 Г класс. Иван Плычков, баллада о воскрешении. Такой была Сапун гора, когда война отбушевала. Трава дотла, земля дотла, в огне спеклась и кора, как вулканическая лава. Шел за субботником воскресли, и взрослые, и детвора, трудом, водой, звонкой песнью будили. Не воскресла сквозь ад прошедшая гора. Сады сажали, сохли кроны, цветы сажали, не цвели. Тогда на грудью сожженный, со всех полей страны огромной, по горсти принесли земли. И снова ей весна в лицо шмели уютно, и скворцу вновь на себя она похожа. В горе пересадили кожу, как обожженному бойцу.